Так, меня слышно? Отлично, картинку видно. Так. Гудение от вентилятора слышно? Не мешает никому? А то мне не улыбается в парилке сидеть. Сейчас посмотрим, как будет в игре слышно. Так, сейчас все будет. Поехали. Сейчас прослушайте меня, игру, меня и вентилятор. Скажите, как будет. У меня не повторяется. Темендир отключил у себя там звук. И где-нибудь еще. У меня все закрыто. Сейчас специально даже. Сейчас скажу. У меня там закрыта страница стрима. Только чат. Это не пылесос, это вентилятор. Так, в прошлый раз мы остановились перед самым концом. Идем давать морду Грэму. Ах ты! Деремся с кулаками. Ах ты! Блин, еще бы вспомнить, где электрическое копье, было бы вообще прекрасно. Я не могу вспомнить, где оно. Так, мне сейчас наверх. Валим. Тут долго я не буду задерживаться. На всех срать. Да. Ну ладно, оденем Бальмунд. Срать на вас хотел, на всех срать. Сомает. Надеюсь, меня игру хорошо слышно. Это очень надеюсь. Мне не хочется сидеть упариваться, блин. Ах ты тварина. Так, вниз. Ах ты тварина. А вот теперь тут можно вот так вот. Тут меч. Летим, пока не кончилось. Аркадий. Кто еще? Ах ты. Так. О, тут еще можно. Тут тоже.
Валите нафиг. Да! Вот это я самое ненавистное. Так, тут нычков нет. Блин, и все? Это в какую мне, значит, сторону? Ага, не в ту сторону. Пардон. Ах ты, суки. Короче, насрать я вас нахотел. Ах вы, твари. Ах вы, твари этакие. Стальные латы. Катана. Это у нас Бальмунг. А взял я катану какую-то. Так. Я Суцуна, что ли? А, Будганг. Херня. Ну да, серьезненько так. Нет, а в оружии жесткую ошибку совершили. Тупейшую. Сохраняшечка. Меч не видел? Вот такой вот? Но он находится, Бальмунг называется. Валим. Теперь мне нужно наверх. Идем сюда. И... Чуть не попал. А вот это был Бомбермен. Бабки. Ну вот Буратино. Давай. Срать на вас. Так. Срать на вас хотел. Так, теперь мне нужно вперед. Черт, мне надо все с другой стороны, снизу. Поскакали. Я ж забыл, что там закрыто. Я знаю, что разбивается. Там пушка с другой стороны. Или маятник, я уже не помню. Но она разбивается, я это помню. Так, это не нужно. Добежать. О, спускаться будет проще. Я уже нафармил его.
Вот такая вот штука у меня есть. Где у нас? Где он этот? Огненный демон. Хуяк! А еще у меня есть вот такая штукенция. Внезапно. Топор! Хуяк такой вот топор. Из зайца я душу не выбивал. Нафиг надо. Задротство. Зайцам там нужно только одну душу поймать. Ту летающую, которая там по подземному резервуару летает со скоростью звука. Заяц пытался меня троллить, но у него ничего не вышло. Да. Все, можно валить. 100% это уже будет часов 10 игры. Без гриндана душ будет часов 5 максимум, если без такого уж резкого гриндана. Поехали. Я хочу то электрическое копье, оно крутое. Да оно соло, оно вообще тащит. А чё я там долго проходить? Если не ходить туда-сюда, не знаешь, то даже легко пройти с первого раза. Так, полетели! Подружки. Этих вот Forever Alone'ов. Полетел? Я полетел. Вот подружки Forever Alone'ов. Куклы. А что тут ее стримить? Там ничего интересного. Сюжетной линии нет. Все. Как обычное кастование, но без сюжета хоть. Вообще. Прошел, убил, легко. Можно хоть прям сразу идти. В конец. А? Ох ты, петушки. Еще эти, братки. Нет, ты явно нарываешься на топор. Топор! Хуяк! Так, я уже забыл, куда мне идти. Так, что у нас справа? Ага, у нас тут эти. Вот, у вот этой души, что ли, или у вот этой вот душа крутая. Или у этой Немезиды. А она там на пол экрана, блин, бьет, становится. Или на... Твою мать. Так, вот это вот тут надо... Где у нас тут была штука? Огнем шуряй. Ничего себе, смотрите. А, вот он. На тебе огнем. Не, он слабо как. Легион, Валькирия. А, вот. Вот это что ли? А, блин, говно. Не, блин. Обратно сотник. Жик!
Не, я забыл, что он вот так вот делает. В Dawn of Sorrow вот эти вот дружки, они тупее, тупее. Они поворачиваться не могут. Рине. Убита. Так, тут у нас. Только так. Ага. Во-в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 о. Одно из крутых копий. И можно наносить сразу 3 удара. Если уметь, оно за раз наносит 3 удара. А то ч... О, петушки! Я же говорю, оно в Dawn of Sorrow еще круче. А, им можно 5 ударов за раз наносить. Не, там так копит. Ну давай. Нате вам! Топор нахуй! Подружки. Так, у нас тут сохранение. Ай, блин. Тут сохранение должно быть. Но лучше я одену обратно Бальмун. О, телепорт, точно. Какая двуручная сворда? Вот это что ли делался? Вот это? Это читерная. Эона последнего босса. Лечи меня. Ну, его, наверное, получить можно только при прохождении этого. Босс Раша за определенное время. Хавчик. Со столом. Пистолет. Лика. Черный костюм. Орлока. Стальные латы. Черный плащ, блин. Я уже показал где. Так, тут должно быть сохранение рядом в этом месте.
Ах ты тварина. Блин. О, эликсиры. Отлично, просто шикарно. Да, твою мать. В Dawn of Sorrow больше оружия, которым приятно пользоваться. Валим. Так, вот тут у нас приколюха есть. Любит скатываться. Есть такая приколюха, вот такая вот. Любит кататься. Сдохни. О, петушара. Петушара 2-0. И тут у нас то, что мне... Петушары 2-0. Так, теперь тут у нас сохранялка, надеюсь. Не-не-не. Вот делаем так. Этот. У него здоровье дохуя. Где у меня эта штука? Плащ-убийца. Делаем так. Хуя! Овер 9000 называется. Теперь я могу делать так. Хуя! Хуя! Вот так вот. У него всего 3 хп. Ой, я забыл. Я лечу! О, тут башквай! Летим! И не нужно использовать летучую мышь. Кали. Буэр нет, летающие доспехи. Смерть. Скулу меняем на головорезика. Так, тут это было сохранение. Я уже здесь, что ли? Да, походу тут. Сохраняшечка. Я поставил уже Хиатхантер. Разве не видно? Вот головорез. Он все равно сейчас придется драться с Грэмом. Да, блин. Да, ты. Еще штучка, отлично. Кошерно. Эта хреновина не убивается.
летим вверх, еще выше, вверх-вверх под облака. Блин. Так. Одеваем. Я хочу его огненный демон, кровосос и суккуба. Хочу его убить так. Тут сначала ему подойдет эта душа. Где-то тут Рикардо увидел. Ну, какой перевод, такой это. Смотрите, куда у него глаз делся второй? Гляньте. У него глаз второй затерся. У него глаз делся, потерялся. Я также умею. Так. Так, я же забыл, что надо его. Поэтому одеваем вот так сразу. Его только так. Его только так долбать. Или чем-нибудь подобным. Ой-ой-ой-ой-ой. Что он там говорил, когда кидал? Где водопад под этом? В подземном резервуаре водопад есть за ним. А. О, сколько кровищи. Ага, я... Ай! Тут только так. Все. Вот такое плохобоище. Вот, все. Я его порвал. А, за Чака Норриса у меня не получится. А, блин, ну вот то совсем стал, блин. Господи. Бухой Зверев. Вот кто теперь это. Это оба Зверева были, это бухой Зверев.
Залезай давай. Давай, залезай, собака, блин. Каким с Чаки? Сейчас будет лохобойщик. О, Дракула. Туника Дракулы. Хули, тут костюм, а тут туника. Теперь можно попонтоваться. Так, я кастет не продавал? Продал, что ли? Не, не продал. А вот теперь можно понтоваться. Сейчас покажу, как можно понтоваться. Так, блин. Не, тут так нельзя, печально. Поэтому это душа говно. Тут не работает то, что я хотел сейчас сделать. Чальки. Да я знаю, просто нечего ставить. Если только буйр. Черная пантера, херня, медуза, херня, экстренный стоп. Смерть. Ну только раз, если вот это... Как щит. О, Супермен! Кадал-каладбор. Я тебе кину топор. Тут у нас закрыто. И валим отсюда. Все. Так, теперь мне нужно... А, я знаю, куда мне нужно. Денег. Ах ты, тварина, меня все-таки поймала. Ты сука. Да знаю я, что там будет диалог, что я поменялся. Я все это прекрасно знаю. Достаточно хорошо. Вот, я знаю, что будет диалог. Из-за того, что я поменялся. Выгляжу по-другому, по-страшному. Я же спешу. И если бы я играл на полную, я бы открыл всю карту. Начал бы выбивать нужные мне души. Вот такая вот фигня. Это я все... Вот этот диалог. Пантера фигня. Она только... Ибо приходится прыгать. Я же говорю, бухой зверь. Страшная сила.
Можно, конечно, вот так попонтоваться. Я уже говорю, а чё Йока, она дохлая лежит. Ей до сего похер. Она ранена. Так, нет, можно и без телепорта. Ничего не будет, диалогов не будет. Ах ты, я тебя все равно убью. Так, мне теперь наверх. Хуяк! И башку я в потолок. Полетели! Так, у нас тут петушки, которых можно насрать. Да, и... Валим. Видишь, если бы я не играл по-нормальному, я бы никого не пропускал. Убивал бы большую часть врагов. А так? Так, мне теперь нужна... Киса. Ку-ку киса. Ага, попал, отлично. С первого раза не пришлось блудить. Ой, блин. Сейчас будет самая... Сейчас будет такая битва. Всем битвам битва. Epic Battle. Скелет боец. О, теперь я могу так делать. Вот так вот. Оп, сейчас будет Epic Battle. А на самом деле так. Ах ты, не попал. Меняем. Ёс, что-нибудь хорошее есть. На тебе.
На тебе. Разлетался. Ай, так. Чё-то я, блин... Хотите, нахм? Хотите битву на хлыстах? У кого круче хлыст? Стоит ли делать битву на хлыстах? Да, ты... Нет, ты слишком оборзел. Вот тут один из лучших, самый лучший музон. Нет. Так с ним долго будут цацкаться. Ну-ка, Бальмунг. Отлично. Так, он скоро начнет использовать свои способности. Святой крест. Ага. Ах ты, блин. Что-то я расслабился. Он вообще такой лохобойщик. Еще он... Самое опасное, когда он делает призрачное движение свое. Вот это самое опасное. Вот это вот. Опа! Хуй тебе! Моя ма... Ах ты... Не хочу! А? Жестче стало. У него... Ему припекает. Ему припекает. Мне немножко тоже. Расслабился я. Так, какими еще душами тебя можно? Оп. Интересно, а сколько у тебя МПшки? Не, вы шутите, так мало. Мяско. Чай. Пудинг. Надо еще лучше поглядеть. О! Ах ты, тварина! Вот это я не люблю. Больше всего. Чё? А так он лох полный. Его на 30-м левеле легко завалить. Так, теперь надо сходить к Хаммеру опять. Тут ключилок. А то у меня что-то я расслабился, его вообще можно без, без единой лечилки убить. Thank you.
Поехали. Как делать телепорт? А, им даже не нужно. Вниз! Лифт едет вниз. Я сказал вниз. Я монстр. Срать на всех. Я же говорю, ой, я не туда поехал. Не туда. Не туда завернул. Вообще, Джулиус, он лох. Вот, кто хотел с этой поговорить? Вот, видите, ей похуй. Все. И скажу. Он в Dawn of Sorrow еще хуже стал. Хуже. Вообще в говно скатился. Я отвечаю. Ну, нате вам еще. Кажется, заснул. Ах, Дракула. Все. Все, больше ничего нет. Полетели. Летим! Я Супермен, блин. Мне пофиг, я спешу на свидание. Так. Теперь мне вниз. Полетели! Так. Ах ты, твари. Валите от меня. Сохраняшечка, потому что оно потом долго будет, его не будет. Ты, тварь, кто, как ты посмел мой полет прерывать? Взлету на взлет, оп, все, затмение. Так, у нас просто так, мир хаоса. У нас три пути. Тут у нас сохраняшечка. Карты нет. Так. Давай. Вот тут надо вот это ставить. Cliff Savage. Старинный пояс. Вот так. Ага, вот это мне нужно. Черная пантера. Ну это я не знаю, это все претензии к шедевровцам. Да блин. Ну,
Давай. Руби меня. Съебался. Очканул. Рубика. Вот так вот можно наносить 3 удара сразу. Ой, не так. Вот так вот. Но в Dawn of Sorrow это лучше выходит. Разиков 3. Я гарантирую это. Удар, в прыжке удары наносишь. Затем делаешь удар на земле, отскок, удар. Так, блин, я забыл, что тут карты нет. Ага, братюня! Так, тут у нас. Конечно, было бы неплохо эту душу получить, но я не буду сидеть сейчас. Тут уже самый конец. Вот такой вот братюня. О, слаймики. Так, тут сохраняшечка. Ну да. А у меня тут батя мод, без всяких задротов. Так, тут у нас. Тут ничего нету. Тут вообще секретных нычек нету. Во-во! Бабки, зачем тут бабки? Без понятия. Давай, руби меня! Руби меня полностью. Едем! Ох ты! Читанул! Руби меня полностью! Так. Так. Так, тут, а вот тут... Вот тут надо скулу одевать. Да, блин. Это фича. Это фича, всем ясно. Хочу! Так, у меня же есть баллов. Интересно, на тебя прокатит? Ну-ка, братиня, где ты? А, не прокатило. Не-не-не, смотри, сколько отнимает. 531. Ах ты, тварина.
Идите вы все нафиг. Тряпкой. Эти тряпкой не убиваются. Всем, на всех срать. Доспехи тряпка не убиваются. Да блин. Срал на это тебя. Тут где-то. Вот этого тряпкой надо. Ой, херак. Как это у нас красное там? Что? Сильный тоник. Будем хавкать еду. Не, не надо. Эй, смотри, цирка. Уэ! Вот, столько сносит. Хотя он меч еще нехило и так сносит меч. Петушки! Петушок 3-0! Вот петушок 3-0. Так, блин. Ох ты, блин. Это, конечно, было глупо. Идите нахер. Срать я на вас хотел! Так. А, замануха. Замануха. О, все. Так, сначала надо выбивать красные. Потом желтые. Вот в таком же порядке и надо их выбивать. Так, все стоит. Лечилки есть, еда есть. Все. Эпик батл пошел. Последний. Так, надеюсь, фейлов не будет. Я мечтаю о том, чтобы не было фейлов. Хочу хоть раз игру пройти без единой смерти. А то это будет печаль. И у меня все души забрали. Красные, вот. Следим. Сначала сбиваем красное. Отлично. Балла. Нет, ставим на... Не на таблика. Им! Хуяк! И хуяк! Им! И хуяк! А вот так вот надо. И... Хуяк!
Все, все души мои. Блин. Так, не мешайте, пожалуйста, я отвлекаюсь. Иначе я сейчас чат закрою. Земляничка. Вот так надо. Сильный тоник. Чё? Херак? Чё? А я боялся. Всё. Это квинт, пацаны. Хватит на студенток, на мёртвых наезжать, они няшные. Они все няшные, они просто маленькие. Они еще школьницы. Все, я победил. Эпик вин. Они еще с Винрарни в портретах руин. Они вообще там... Няшность их там зашкаливает за все пределы. Ну, ты только что пропустил Epic Battle. Да, а в Кастлвании. Сейчас ты видишь концовку. Мельстром, ты тут? Ты тут вообще? Или убежал? Убежал. Вот так вот быстро проходится. Название стрима, плюс я по-скорому проходил. Интересно, за сколько я прошел часов? Зато он веселее, чем в этом. У него больше роль. Все, победа. Зато во второй качестве геймплей покачественнее, пошустрее, более разнообразный. А чё, печати? Тык-тык, всё, быстро. Быстро рука набивается. Ты поиграй в Spider-Man Shattered Dimensions на DS. Вот там телепорты между мирами все портят. Всю игру портят. Отвечаю. Все? Unspotted. Ты какую-то чушь поришь. Единственное говно там это последнее. Order of Ecclesia. Ибо локаций нормальных там нет.
Одни при большей части там прямые коридоры. Так, вот тут у нас титры, которые мы пропустим. Так. Эндью, конец, все. Сейчас посмотрим, сколько я тут наиграл. Игра. Играть. Четыре с половиной часа. Сэкономил час. Теперь вариант. Показываю режим Джулиуса. Высокий. Чтобы не спрашивали. Я сейчас объясню, почему я считаю этот режим говном. Во-первых, вот тут у Джулиуса пауза. Паузы нет. Просто он мне делает так. Еще и в воздухе. Он меняет оружие. Вот такое вот, чисто проходилово. Каждое убийство босса дает уровень. Хотя можно прямо сейчас побежать к этому. К Грэму. И он побыстрее Сомы бегает. Вот как он бегает. Быстро-быстро. Вот такой вот суд-убер-крест. Вот такое вот. Неинтересно. В Dawn of Sorrow в режиме Джулиуса. Он там хотя бы сюжета хоть какой-то есть. Зато тут по идее есть этот. Драка с Сомой, не знаю, не проходил. Я... Вот так вот. Все. Ну это к Лиану надо. Он у нас проходил. Ладно, все, я вам показал режим Джулиуса, то же самое. Еще есть режим битвы с боссами. Босс. Вивер. Хаос. Я уровня 40-го. Вот такая вот. Валишь всех боссов, Всех боссов валишь. Вот так вот все проходит. Вот этот боссом не был. Поэтому неизвестно, почему он тут босс. Чем быстрее пройдешь, тем лучше. Вот такое вот. Не, будет меньше. Оно действует только на големов. На железного голема. Все. Ни на каких других, только на него.
Вот так вот. Вот так вот. Все. И все легче. По вырву пройдем, насколько сможем, этот босс раш. Вот так. Еще один. Не, она не из-за печати. Она неприятна, как этот. Ну давай. Вот так вот. Вот этого валим красным минотавром. Ладно, я вам показал режимы. Вот так все и есть. У нас еще немножко времени есть до 7 часов. Полчасика. Вариант первый. Я стримлю какую-нибудь игрушку небольшую. Или А. Начинаю какую-нибудь спелюнки. Выбирайте какую-нибудь на выбор игрушку. Или спелюнки. Это... из этот, как она называется, кроссовер всех персонажей. Так. Final Vision.